Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли, а челябинские дизайнеры определились символом Кубка губернатора по водному полу. Подробности у Полины Кирсановой в обзоре спортивных новостей. Евгений Малкин открыл счет в игре против Нэшвилла. Это был первый матч финала Кубка Стэнли. Вслед за магнитогорским хоккеистом ворота соперника поразили еще четверо его одноклубников. И сравнять счет Нэшвиллу не удалось. Итоговые цифры на табло 5-3 в пользу Питтсбург Пингвинс. Евгений Малкин сохраняет лидерство в гонке бомбардиров. В его активе 24 очка, а Питтсбург ведет в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет 1 июня. Тем временем Верхний Уфалей присоединился к всероссийскому велопараду. Несмотря на пасмурную погоду, в мероприятии участвовали более сотни человек. Самому младшему спортсмену исполнилось 5 лет, а самый старший уже давно на пенсии. Многие приезжали на турнир большими семьями. Участники велопарада проехали по центральным улицам города и финишировали на площади Центра искусств. Там спортсменов ждал сюрприз – лотерея. Главным призом стал велосипед. Чтобы во время движения спортсменов на дорогах не произошло происшествий, колонны сопровождали экипажи ДПС. Главная цель – популяризация двухколесного транспорта как вида спорта. А уже 6 июня в Верхнем Уфалее состоится один из самых массовых веломарафонов – «Большой камень». Он соберет сотни спортсменов и любителей со всей страны. Две серебряные медали завоевали южноуральские спортсмены на чемпионате Европы по фитнес-аэробике. Турнир проходил в Чехии. Второе место в дисциплине степ-аэробика заняла челябинская команда Jive. А в дисциплине степ-аэробика по 5 человек медаль получила команда «Динамика», тоже наши земляки. Еще одна южноуральская команда «Paradise» заняла 5-е место среди юниоров. Красно-оранжевый мяч как символ объединения. Такой смысл вложили дизайнеры в логотип и фирменный стиль Кубка губернатора по водному полу. Логотип состоит из символов этого вида спорта – воды и мяча. Красный и оранжевые цвета символизируют Южный Урал. Таким образом, дизайнеры объединили стихию и наш край. Соревнования пройдут с 25 по 30 сентября, одновременно в двух городах – Челябинске и Златоусте. Ожидается, что в Кубке губернатора по водному полу примут участие порядка 140 спортсменок. Свое участие уже подтвердили Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Напомним, предстоящий Кубок по водному полу объединит женские команды из 7 стран и пройдет под эгидой саммита ШОС и БРИКС. И в завершении новости одной строкой. Южноуральские студенты стали вторыми на Всероссийской спартакиаде трудовых резервов. Соревнования прошли в Республике Башкортостан. Учащимся пришлось сыграть в мини-футбол, волейбол, показать себя в плавании, настольном теннисе, шахматах, баскетболе и перетягивании каната. В эти выходные юные яхтсмены поборются за призы Федора Конюхова. Ежегодная детская регата состоится на озере Тургаяк с 4 по 9 июня. Сам знаменитый путешественник также посетит первенство. На регату приедет полсотни участников со всей страны. 9 медалей взяли южноуральцы на первенстве страны по гребле. Из них 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые. Соревнования прошли на гребном канале «Крылатская» в Москве. Первое место на турнире занял также титулованный южноуральский спортсмен, воспитанник 11-й спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ Ян Ковалиаускас. Челябинская команда «Вероника» завоевала 8 наград на международных соревнованиях по танцевальному спорту. Турнир прошел на Кипре. Пара Арсений и Полина Жильцовы привезли домой целый комплект медалей – золото, серебро и бронзу. Они выступают в детской категории. Напомню, в следующем году Челябинская область станет центром проведения крупнейших соревнований по танцевальному спорту. В апреле 2018 года столица Южного Урала примет чемпионат мира по латиноамериканской программе среди профессионалов по шоу-программам. За право проведения чемпионата мира Южный Урал конкурировал с городами Польши, Австралии и Израиля.